Ничего страшного. Я хочу вам представить вот режиссера одного из фильмов «Малика», любимая ученица, очень люблю ее. Целеустремленный человек очень, целостный. Она сама себя создала. Каждый день, каждый месяц, каждый год, шаг за шагом. Это в моей жизни первый такой случай. Я такого преображения, я такого прогресса, такого развития личности в своей жизни не наблюдал никогда. В моей жизни такого никогда не было. Вы увидите ее фильм, который показывает нам довольно сложную ситуацию человеческую, которая отсылает нас к событиям сегодняшним, которые происходят в арабском мире, на Кавказе, в Петербурге, в Москве и так далее, и так далее. Как рушится судьба, как погибает человек. Это сделано смело, это сделано очень художественно, на мой взгляд, учитывая крайне скромные возможности производства. Кино – это производство. Крайне скромные возможности, крайне бедное техническое оснащение, которое у нас было на курсе. И вот весь этот результат, художественный результат, который вы видите, это достигнуто, в общем, дарованием, талантом и интуицией, удивительной интуицией, которая является залогом художественного результата. К профессиональности нужна еще интуиция. Вот эта художественная интуиция – это вот самое удивительное, что сопровождает Малику в этой жизни. Ну вот, теперь надо смотреть. Что там? Нет, я не знаю, что сказать. Наверное, еще раз стоит сказать, что технических возможностей было мало. И, в общем, что смогла, то и сделала. Спасибо, что уделяете 22 минуты своей жизни. Все.